Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Михаил Эверстов и Мария Сунхалырова. У нас в гостях Лукина Марьяна Сергеевна, заместитель директора Фонда развития инноваций Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Платонова Татьяна Альбертовна, технический директор общества с ограниченной ответственностью «Сайберия». Здравствуйте. Здравствуйте. И Никитина Виолетта Дмитриевна, сооснователь общества с ограниченной ответственностью «Под присмотром». И у нас сегодня будет очень интересная беседа по теме «Инновационная экосистема Республики Саха-Якутия». У меня будет к этому маленько подведу, да, Марьяна Сергеевна? Конечно. Так, Фонд развития инноваций Республики Саха-Якутия создан совместно с венчурной компанией «Якутия» и технопарком «Якутия» для оказания финансовой поддержки новым проектам. Главными целями являются развитие инновационной экосистемы, усиление инвестиционного потенциала местных стартапов для оказания финансовой поддержки, а также через проведение акселерационной программы «Акселератор Б8». Но в этом моменте хочется отметить, что мы сейчас, Марьяна Сергеевна, обо всем узнаем, но на более простом языке, пожалуйста, объясните там, пожалуйста. Если простыми словами говорить, что такое инновационная экосистема, да, вот вы видите здание IT-парка, и вы думаете, вот все работают в IT-парке. Но это не совсем так. Там, да, в здании работают разные компании, и вне нее. То есть это, во-первых, компании республиканские, которые оказывают поддержку для развития стартапов, технологических предпринимателей. Например, я представляю венчурную компанию «Якутия», фонд развития инноваций. Также там есть технопарк «Якутия», корпорация развития «Якутии», так называемые институты развития республики. Да? В эту систему также входят сами стартапы, IT-компании, резиденты, как по-другому, или еще можно назвать технологические предприниматели. Это все они. Также это школы, которые учат детей там программированию, 3D-моделированию и так далее. И они тоже входят в эту инновационную экосистему. Да. Университеты наши, там СВФУ, АГИКИ, колледж имени Дудкина. Университеты, образовательные учреждения, они все входят в эту экосистему. И сами же студенты также. Корпорации, правительство республики, которые оказывают поддержку. Это все можно назвать инновационной экосистемой, которая внутри взаимодействует, сотрудничает, партнерится, и появляются разные проекты, и все это развивается, масштабируется. И, вкратце вот так. Благодаря которым мы лидеры по Дальнему Востоку и практически в рядах лучших по всей стране. Да, можно сказать, такое инновационная столица Дальнего Востока. Это мы. Это Якутия. Да, это Якутия. Отлично. А ваша главная задача? Наша цель – это взрастить так называемого единорога. Это компания, IT-компания, которая зарабатывает, масштабирует свой продукт, выходит на IPO и создает много новых рабочих мест. Самая главная задача – это такая социальная. Да. Создание новых рабочих мест. Компания, которая приносит пользу обществу и при этом сама тоже развивается. Акселератор Б8. Да, это наш основной продукт. Это обучающая программа трехмесячная. Это обучающая программа. Да. По итогу которой также проекты могут получить финансирование, пройти конкурс. Но самое главное, это они во время этой обучающей программы могут узнать, как вести бизнес, как вообще быть предпринимателем. Это самая главная вещь, я считаю.
Ну вот что продвижение же? Продукта, как это все правильно реализовать, упаковать, как подать. Да, за 3 месяца они вот этому учатся. Мы программу проводим с 2019 года, по 2 потока в год. В этом году уже будет 11-й. Вот со мной коллеги, они из компании, которые прошли также акселератор Сайберия в 1-м потоке, под присмотром в 7-м потоке. Вот. И вот нашим телезрителям, радиослушателям тут в этом моменте хочется очень так прямо излить душу, да, что лично я сама, являясь редактором передачи «Якутск сегодня», охоту вела на вас давно, чтобы пригласить сюда, чтобы вы в своем плотном графике нашли время и пришли к нам. Ага. Охота удалась, я так скажу. И в первую очередь представлю сейчас я Татьяну Альбертовну Платонову, которая представляет общество с ограниченной ответственностью Сайберии и является ее техническим директором. Поясним. Общество с ограниченной ответственностью Сайберия – один из ведущих компаний-разработчиков в области систем поддержки принятия врачебных решений, предлагающий удобные профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов и модули обработки медицинских изображений, использующие методы компьютерного зрения и машинного обучения. Сложно. Вот Татьяна Альбертовна сейчас расскажет это для нас доступным языком, чтобы мы поняли. И еще хочу отметить, что Сайберия является резидентом технопарка Якутии и участником Сколково с 2020 года. Да, все верно. Здравствуйте еще раз. Хотела бы, да, действительно более простым языком рассказать, чем мы занимаемся. Вообще, в целом, начинали мы действительно как система помощи принятия врачебных решений. Самым первым таким глубоким основным продуктом, на котором мы там стали узнаваемы, да, скажем, да, это во время пандемии, когда был разработан модуль для определения количественных признаков COVID-19. То есть это когда человек проходит КТ легких, еще до того, как врач посмотрел снимок, система выдает там слева там, 30% поражения, справа 20% поражения, тем самым ускоряет процесс диагностики, да, то есть врач уже в быстром как бы просмотром подтверждает или не подтверждает диагноз, что значительно в целом ускоряет принятие решения, и в целом можно использовать, например, для оценки динамики, да, если там два подряд снимка одного и того же человека, уже можно объективно оценить вот степень поражения. Вот в какое нужное время, да, вот появились? Да, так получилось, потому что вот еще до пандемии в 2018-2019 году наши основатели, друзья, один из них программист, а второй врач-рентгенолог, захотели сделать, ну, какое-то общее дело, да, вот такие молодые, энергичные, много идей, там были разные до этого другие идеи, не относящиеся к медицине. Но так совпало, что вот одновременно у них родилась идея по обработке медицинских изображений. Как раз-таки проходила в эти года программа по модернизации системы здравоохранения и поставляли новое компьютерное оснащение, новые там томографы, рентгенаппараты цифровые, да, и стало возможным уже изображение не на пленке смотреть, как смотрели там буквально до последнего времени, да, там кое-где до сих пор есть старые рентгенаппараты пленочные, перешли на компьютерное изображение. И, соответственно, в это же время зарождалось в целом там компьютерное зрение. Конечно, оно было раньше, но как раз оно добралось до медицинских изображений, там, анализа лиц там, и так далее. Да? И как раз вот эти две идеи наложились друг на друга. Была такая возможность, так как вот наш генеральный директор Афанасий Аргунов, он работал тоже программистом, относящимся к медицине в поликлиниках, в реанимации. Да? И, соответственно, вот вся эта тема здоровья, поддержания населения, там, при этом с инновационной точки зрения была ему очень близка. И вот они начали научно-исследовательскую работу по анализу сначала просто снимков флюорограмм, ну вот рентген-изображений. Потом смотрели, как сегментировать там печень на снимках компьютерной томографии. А потом начался ковид, и очень-очень быстро, срочно вот эти разработки они смогли применить именно к анализу признаков пневмонии COVID-19. Вот. И на этом... В это время было очень так фундаментальное, наверное, событие, повлиявшее на развитие нашей организации. Это то, что в те времена еще Анатолий Аскалонович Семенов был директором технопарка,
или министром инноваций, я не уверена, да? В общем, очень сильно поддержали это решение, и как бы мы смогли его смасштабировать на поликлинике вот по республике и применить уже там, где оно могло помочь врачам для оценки. Вот так начиналась эта идея. Ну, а сейчас мы уже из категории вот стартапа, где работало буквально 2-3 человека, там, своими силами, своим там желанием сделать что-то хорошее. Сейчас у нас штат там чуть больше 30 человек. У нас продукты в целом делятся на 3 большие категории. Первая категория — это софт для врачей-рентгенологов, это система для хранения. Вот как раз-таки я же говорила, что все аппараты практически сейчас уже заменены на цифровые, их нужно хранить. В каждой больнице есть там специальный сервер, который обрабатывает снимки, предоставляет доступ для врачей, там передает их в центральное хранилище. Вот этот софт, и также софт для врачей-рентгенологов, непосредственно на котором можно просматривать снимки разных аппаратов, там рентген, флюорограф, УЗИ буквально, да, все, что вот относится к тематике медицинских изображений, там менять яркость, контрастность. И там же у нас применяются некоторые наши наработки по системам помощи принятия врачебных решений. То есть там автоматическая сегментация органов, высчитывание там патологии, можно вот подключать систему эти. Вот. Вторая большая группа. Продолжим, да. Вторая большая группа — это как раз-таки по компьютерному зрению. Вот тот проект, с которого мы все начали, который сейчас уже получил разрешение Росздравнадзора и может прям использоваться в клинической практике, это модуль Siberia Lungs по оценке вирусных пневмоний. Да, как раз он говорит, вот слева столько повреждено, справа столько повреждено, и на снимке отмечает вот области, где есть какие-то поражения. Но мы на этом не останавливаемся. Сейчас у нас на там финальной степени готовности модуль по определению инсультов головного мозга, внутричерепных кровоизлияний, там различного генеза, и модуль по определению рака молочной железы. Вот. И также там много-много модулей в работе, но мы не будем спойлерить. Ну, хочется отметить, что вас уже не только по республике знают, но и уже по всей стране. И все ваши вот эти вот идеи, разработки, они очень активно еще и поддерживаются на федеральном уровне. Вы сейчас являетесь участниками Сколково и уже с 2020 года. Да, на самом деле у нас есть там хорошие знакомства, наши продукты. Некоторые там в виде пилотов, некоторые в виде продаж используются по регионам России. Также мы участники московского эксперимента. Это такая площадка, где в целом представлены вот почти все существующие сейчас системы помощи принятия врачебных решений. И Москва, как ну вот первая, да, в нашей стране всегда все инновации применяет. И там вот системы помощи принятия врачебных решений внедрены уже прям везде, да, то есть в каждой больнице, у каждого врача практически на все виды патологии есть какой-то модуль, который помогает его оценить. И там это было введено в качестве эксперимента, который сейчас уже масштабируется потихоньку на уже всю страну, и в том числе мы тоже получим доступ к тем продуктам, которые там представлены. Можно я добавлю, да? Вот как раз модуль по маммографии Siberia разрабатывается в рамках нашего совместного проекта с компанией Alrosa, которая в прошлом году пожертвовала фонд 100 миллионов рублей на разработку, на поддержку якутских стартапов. И эта программа называется «Программа импортозамещения ПО». Вот, в которой... К чему мы сейчас очень активно все идем. Да, в которой наши якутские компании вот разрабатывают ПО для, ну, не только, ну, как бы, и в том числе для алмазодобывающей отрасли, и вот и медицине также. Ну, это вот то, что применимо там, применимо и везде, и может масштабироваться дальше по стране и миру. Ребят, круто, да, то, что это все идет из Якутии, да? Прям, да, такая гордость берет. Еще одна разработка и идея якутских, я подчеркну, якутских разработчиков, это приложение «Общество с ограниченной ответственностью под присмотром». Оно уже само слово за себя так говорит, да? И да, вы уже спойлерить не будем.
Хорошо, я сейчас маленько тоже подведу к этому, чтобы наши телезрители и радиослушатели поняли. Виолетта Дмитриевна, сооснователь под присмотром. Вот это вот общество с ограниченной ответственностью, это первое в мире мобильное приложение, в котором можно найти няню за 33 секунды. В ноябре 2020 года паблики и новостные каналы облетела новость об анонсе мобильного приложения под присмотром сервиса по поиску нянь для краткосрочного присмотра за детьми. Приложению удалось за короткий срок набрать аудиторию из почти 5000, но это цифры тех лет, сейчас вас уже... 12 тысяч. 12 тысяч, да. Вот. И более 500 нянь. Не 1200. 1200. Вот. Очень интересная, смотрите, такая. Вот, смотрите, вот всего лишь с ноября, да, вот мы только о вас узнаем. На дворе март 2024-го, и уже такие цифры. И вот популярность приложения связана в первую очередь в удобстве оформления заказов и выбора нянь. Конечно, хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть надо было вам. Да, я расскажу. Спасибо. Спасибо за приглашение, во-первых. Да. Охота давно была объявлена. 33 секунды — это факт. Это мамочка сделала первый заказ свой в приложении и нашла няню за 33 секунды. Вообще, в целом, наше приложение не про постоянных нянь. То есть именно когда маме куда-то нужно сходить, например, или у нее там запись по документам в МФЦ, к примеру, или там запись к врачу, то есть не всегда удобно позвать на помощь родственников, маму, свекровь и так далее, да, муж не всегда может. Да, к сожалению, у нас жизнь очень сильно кардинально меняется семимильными шагами, и сейчас женщина должна успевать все на свете. Да. И быть хорошей мамой, и там, и сям, конечно, да. Проект изначально был создан семьями, три семьи, да, с детьми, в том числе многодетные семьи. И основная проблема, основной запрос был в том, что действительно неоткуда быстро пригласить няню. И сама идея возникла в голове моего мужа, когда он хотел меня пригласить куда-то там в кино. Мама его заболела, моя мама не смогла. И в итоге он начал задавать себе вопрос, что должно произойти, чтобы я смог позвать няню в свой дом. Потому что, ну, это личное пространство. Понятно, что не всякого человека ты в свой дом можешь пригласить, да. И изначально идея была сделать сервис на сайте, но потом мы все-таки решили делать приложение, потому что приложение позволяет именно быстро найти. То есть это система peer-to-peer. 33 секунды. Да, система peer-to-peer. Это получается как... Ну, индрайвером, наверное, пользовались. Да, там можно найти быстро водителя. Тут система такая же получается. И в итоге мы решили сделать ставку именно на скорость. Няни у нас все проверены. Сейчас у нас очень интересная корреляция соотношения клиентов с нянями, получается. Вы сказали, 5 тысяч, да, там клиентов было. Вначале, 500 нянь. Ага, сейчас у нас 12 тысяч клиентов, ну, чуть больше получается. А нянь получается 1200. Я не знаю, почему так выходит, но это факт, что вот такое вот соотношение именно ровное получается. Это, да? Наверное, есть баланс, да, такой? Ну да, это интересно на самом деле. Вот. Няни все проверены, естественно, да, документы мы их проверяем. Паспорт, ФЛГ, там, педагогическое образование, медицинские документы, ну и то, что она сама желает тоже приложить. Все няни у нас проходят обучение в нашей школе нянь. Также, у нас есть школа нянь? Да, у нас есть школа нянь. Да. То есть, что я хочу сказать, да, вообще. Изначально, когда мы делали проект, мы думали, мы сделаем это приложение и будем сидеть. Нет, так не бывает. Вот разработка приложения, да, она там постоянно баги там вылезают там и так далее, да, но это только 20% работы на самом деле. Остальное — это маркетинг,
это, получается, сама работа с нянями, очень большая глобальная работа с клиентами. Также у нас очень много всяких разных вещей внедряется. Мы сейчас постоянно. Вот, простите меня, что я вас перебиваю. Да. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и вернемся к нашим гостям. Снова здравствуйте. В эфире передача «Якутск сегодня». Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях резиденты технопарка «Якутия», общество с ограниченной ответственностью «Сайберия», общество с ограниченной ответственностью «Под присмотром» и главный человек, наставник, можно сказать, заместитель директора Фонда развития инноваций Республики Саха-Якутия Марианна Лукина. Мы до ухода на рекламу разговаривали по приложению «Под присмотром». Угу. На самом интересном месте, как всегда, начиналось, да? Да. В общем, получилось так, что основателями являются три семьи, как я уже сказала. И мы начали искать разработчика. Разработчика мы нашли в технопарке, студия IT Kitchen, они нам разработали проект, но это было только самое начало, получается, полгода разрабатывался проект, и далее мы начали набирать нянь, и буквально на второй день релиза мама нашла няню. Вот. Из 10 нянь, которые там были зарегистрированы. Но спрос большой, я как вижу, потому что, во-первых, приложение столько, да, у вас пользователей. А были ли случаи, когда няня подводила? Да, конечно. Что вы с ней делали? Понимаете, это человеческий фактор. То есть, несмотря на то, что мы их проверяем, мы их обучаем, страхуем там и так далее, то есть все равно никто от этого не застрахован. И, к сожалению, да, у нас бывают случаи того, что няня не пришла на заказ, либо няня как-то неправильно себя повела. Это такое бывает. Но такое бывает очень редко. В таких случаях у нас есть свой алгоритм действий, то есть это предупреждение, и если няня второй, третий раз уже, то есть тут прощайтесь. Уже, да, к сожалению, мы блокируем няню. У нас очень много разных, можно сказать, направлений деятельности, да, основное это, конечно же, няни. Мы всегда хотим, чтобы няни были на любой вкус, можно сказать, я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть у нас есть и педагоги, у нас есть воспитатели, которые работают там 2 на 2, они работают, остальное время там подрабатывают у нас. У нас есть студентки педагогических вузов. Основная часть, кстати говоря. Ну, это, мне кажется, не самые злейшие. Они прям уж язык, наверное, находят. Они очень милые, действительно. И это для них очень такая практика, очень хорошая. Недавно нам написала няня, которая работает вот прям с самого основания. И мы прям всей командой читали это сообщение, просто, чуть ли не со слезами на глазах, на самом деле, потому что настолько она благодарила нас за этот опыт, за то, что она учится общаться с разными людьми, находить подход к самым разным детям, да, просто устанавливать какие-то правоотношения, да, с другим человеком. То есть это все равно огромный опыт, и она была очень воодушевлена и дальше работать. И причем у нас еще есть няни, которые ушли от основной работы. И работают, и действительно, да, у нас есть, получается, статусы бронза, золото, серебро, золото. Ну, даже так. Рейтинг. Это зависит от рейтинга. Родители ставят оценки няням, то няни тоже ставят оценки родителям. То есть няня с золотым статусом, она как раз и находит за минуту, за две няню очень быстро, потому что няни все слетаются. Вот, также няни, получается, имеют возможность застраховать свою ответственность. Мы сотрудничаем со страховой компанией «Югория». Получается, что няня может вдруг что случится, допустим, телевизор сломала, или ребенок подвернул ногу, например, и ему оплачивают лечение. Если там имущество какое-то повреждено, то страховая компания тоже возместит за 100 тысяч. До 100 тысяч рублей, получается. Все серьезно. Вот. Также обучение мы сейчас будем переделывать. Очень много
поступает запросов от родителей, чтобы мы систематизировали именно работу по обучению. И чтобы были разные градации, там, младенцы, там, по возрастам. Младенцы с 1 до 3, там, школьники и так далее. Вот. Так что работы еще много предстоит на самом деле. Это я только вот, только поверхностно рассказываю. На самом деле у нас очень много чего есть интересного рассказать. Оказалось, вначале мы приложение разработаем и начнем уже, да, там, набирать свою категорию, ведь. Да. Но, опять же, да, вот я всегда поражалась от того, как разработчики приходят к реализации своих идей. Это же, на самом деле, мы как, ну, всегда чего-то боимся, мы там перестраховываемся, там, несколько там слоев соломенных этих матрасов себе стелим, у нас ничего не получится. Вот в Сайберии хотелось бы узнать, сидела команда вот этих вот идейных двух самых главных в компании Сайберии. Как они начали эту дорогу? Ну, тут большим толчком стала пандемия, да. До этого они еще совмещали, по-моему, с основными работами, да, то есть Игорь Савин — это практикующий врач-рентгенолог. То есть он профессионально занимается, ну, врач, врач настоящий, да. А во время пандемии они ушли из основных своих работ. Ну, Игорь временно, сейчас он частично вернулся тоже, потому что он... Ну, медицина — это медицина, она не отпускает. И сконцентрировались уже именно на своей разработке. Соответственно, и внедрении, там работ было много. Потом ключевым этапом стало получение инвестиций от венчурного фонда «Восход». Соответственно, после них уже появилась возможность нанять больше людей. У нас, так как софт достаточно специфичный, у нас направлений деятельности очень много, да? Тут у нас искусственный интеллект и в целом разработка. Потом потенциально еще мобильные приложения хотим, да, тоже, потому что врачи же с планшетами ходят. В принципе, можно было бы адаптировать софт, да, да. Плюс у нас есть очень большой пул регистрационных мероприятий, да, так как мы не просто софт, который там на телефон загрузил, там, как игрушка или как что-то, да, даже не учебный. У нас медицина, мы связаны со здоровьем человека, поэтому у нас очень много именно таких юридических вопросов, тех, которые бы разрешали нам работать в правовом поле корректно. Это и регистрация в Росздравнадзоре, их совместные клинические испытания, технические испытания наших продуктов. Поэтому мы не можем, к сожалению, обойтись какой-то маленькой командой, да? Ну и плюс еще и продавать тоже надо уметь. Тоже вот надо уметь. Ну, в этом, сказали, мне, в этом, мне кажется, вообще очень хорошо поддержка фонд развития инноваций. Вот, чтобы не заблудиться, да? Вот они вот приходят все равно. В любом случае, мне кажется, фонд развития инноваций, он прям красной нитью как-то проходит, да, вот во все. Вот, ну, да. Они наши большие друзья, да, да. Мы даже в коридоре всегда общаемся. Ну, и эта поддержка на начальном этапе, она очень важна, мне кажется, для начинающего стартапа. Это правда, да. Чтобы помочь как-то дисциплинировать свое дело, да, вот рассказывают про свое такое, это ответственные предприниматели, может так сказать, да, которые основательно подходят к своему делу и развиваются. И вот Татьяна отметила про искусственный интеллект. Это очень такая актуальная тема сейчас, которая уже в жизни и всех людей, да. И вот этот акселератор B8, 11-й поток у нас сейчас стартовал, он по теме искусственного интеллекта. И если у вас, ну, обращаясь к зрителям, да, слушателям, если у вас проект как-то связан с искусственным интеллектом, или вы собираетесь его применять в своем деле, то подавайте, конечно, заявки на сайте b8accelerator.ru. Если там, может быть, выведут коллеги на экран название. Ну, вот это вот, я на мою, опять с моей позиции, это очень прям нужное дело в плане того, что, мне кажется, среди нас, у якутов, идейных, да, вот жителей Якутии, идейных очень много. И вот, ну, не знают они, правда, некоторые, куда пойти, куда податься, с чего начать. Это тут всегда же так, да, если ты хочешь пойти уже в что-то в свое, да. И фонд развития инноваций принимает абсолютно всех,
у кого их идеи уже практически какие-то первые шаги делают в жизни. Да. Вы им помогаете, вы их... Мы можем скоординировать, там, вот. Куда подать заявки, чтобы когда там... Чтобы не заблудиться там... Да, просто. Да. Они могут рассказать про проект, мы можем подсказать, куда можно обратиться. Там, это может быть технопарк Якутия или к нам в акселератор. Или, например, если это креативный проект, у нас сейчас вот тоже стартовала арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика России. Это конкурс идей по разным креативным направлениям с призовым фондом 1 миллион рублей по каждому направлению. По каждому? Вот. Да. Ага, там. Да. У нас там сейчас будет музыка. Сейчас я скажу точно. Мы в прошлом году стартовали на Восточном экономическом форуме. В прошлом году у нас прошли 4 направления. Это анимация, дизайн одежды, кино и геймдев. И они вот проходили у нас в разных городах. Анимация, например, в Хабаровске, на площадке большого фестиваля «Анимур». Там из Якутии у нас участвовала компания «Тундра Анимейшн». Вы, наверное, знаете её. Вот. В Биробиджане дизайн одежды был, в Мурманске кино. И геймдев у нас в Якутске. Финал у нас был на форуме «Цифровой алмаз». Вот. А в этом году у нас Красноярск — это IT-разработка ПО, Архангельск — дизайн украшений, Владивосток — современное искусство, и музыка будет в Улан-Удэ. Это вот финалы конкурсов. Музыка в Улан-Удэ, да? Информацию можно найти на сайте asedar.rf. Asedar? По-русски. Вот у меня сегодня этот логотип. Ну, ваш друг тоже, несомненно, я так понимаю. Да, конечно. Да, мы очень благодарны акселератору, вообще фонду развития инноваций республики и непосредственно акселератору B8. Причем так интересно совпало, что у нас релиз приложения был именно вот в октябре 2022 года, и как раз мы попали, получается, в сентябре, по-моему, был набор на акселератор, и как раз у нас вышло приложение, и мы тут же стали участниками акселератора, и мы не знали, как продвигать, что теперь делать с этим приложением. Идея-то есть. И как раз, да, акселератор был... Мы тестировали очень много гипотез, именно как начинающий стартап. А далее мы, когда следующим этапом у нас было масштабирование проекта, мы сейчас работаем в крупных городах Москве, Санкт-Петербурге, в Алматы тоже работаем, и несколько небольших, тоже средних городов, в том числе Новосибирск. Небольшой, сказала. Ну ладно. Новосибирск. Сейчас можно сказать, что мы работаем в тестовом режиме. Поэтому, но там все тоже работа, ну, тоже находят мамочки-нянь довольно часто, не скажу цифру, но развиваемся, будем тоже дальше масштабировать. Так вот, о чем я хочу сказать. И когда мы начали масштабирование проекта, мы уже вошли в акселератор Sprint, это федеральный акселератор. Фонд развития интернет-инициатив его проводит, и как раз так совпало, что они тоже нацелены на масштабирование, и вот, получается, у нас два разных акселератора на начальном этапе и на этапе масштабирования. Поэтому у нас, в общем-то, все так логично. Ну, год семьи в Российской Федерации. Прям по-вашему. Год детства в Республике Саха-Якутия. Вот да, по вашему приложению вам только флаг в руки, и все у вас получится. Да, спасибо. И вот фонду развития инноваций огромное спасибо. Вот теперь кого я буду встречать, и кто мне будет рассказывать, что у них есть там какая-то идея, вы делаете первые шаги, идете в фонд. Да. Обращайтесь. Все, мне кажется, с распростертыми объятиями примут. Можно просто там в поисковике набрать фонд развития инноваций и связаться с нами. И еще плюс обучение, и все. Да. Еще и поддержка финансовая, еще и методическая поддержка. Это же вообще... Не скажу, что там нам просто, передовым гражданам, но с идеями, да? Это огромная поддержка. Теперь я буду везде вас рекламировать. Хорошо, спасибо. Поэтому хочется сказать такое напутствие, можно сказать, да?
на права выпускника, на права резидента технопарка, что, ну, не бойтесь начинать. А мы уже, казалось бы, ну, семьи с детьми, да, уже основательные люди такие, да, взрослые, пришли, и мы сейчас все время учимся. Мы учимся постоянно, мы учимся всегда, потому что если ты развиваешься, то развивается и твой проект. Только так это работает, то, по крайней мере, я это так вижу. Потому что от тебя зависит именно, в каком направлении будет идти проект. Mm-hmm. И ты должен знать все тренды, все как делать маркетинг, тот же рекламу, да, то есть это все вот этому в вузе не учат, в общем, да, это просто, ну, опыт. Поэтому, да, поэтому постоянно у нас все члены команды обучаются на каких-либо либо курсах, либо кто-то уже в вуз поступает, поэтому, да, это очень важно на самом деле. А когда еще приходишь, наверное, на вот эти вот потоки обучения в акселерант, да, B8, и такие же идейные люди вокруг, да, тебя. Да, это обмен опытом, общение живое. Да, не бойтесь начинать, становитесь резидентами технопарка, участвуйте в акселераторе, все получится классно. И самое главное же, вот все равно люди идут и идут, приходят за поддержкой. Ну, вам точно помогут там, вот что я хочу сказать. Нам помогли очень хорошо. Угу. Главное не бояться, да, и идти вперед. Ну, планов, я так понимаю, конечно, очень много, я уже услышала. Планов очень много, да, у нас во все стороны. И сейчас мы в целом уже смотрим не только в сторону там, диагностики, лечения, да, софта для врачей. У нас еще очень большое направление — это здравосбережение, да, то есть сейчас в целом медицина уже идет не на то, чтобы лечить болезни, да, когда человеку уже плохо, а в целом вообще мы идем в сторону сохранения своего здоровья, да, поэтому все эти процессы, где человек может сам о себе позаботиться, и вот в этой части мы тоже хотим поучаствовать вот в ознакомлении населения, в разгрузке врачей с точки зрения там поддержания советов. У нас есть очень классный проект, который запустится в новом онкодиспансере, это виртуальный ассистент, который будет помогать там пациенту говорить, вот, регистратура — это туда, там, не знаю. Мы занимаемся вот этим, да, рентгеноделение — это где-то. Это вот только на начальном этапе. Это будет такая система, с которой можно прям поговорить. А в дальнейшем уже можно будет записаться к врачу с помощью нее, да. Еще в какой-то момент она вообще сможет давать конкретно советы по твоему здоровью, по личному, персональному. Здорово. Так что у нас очень много планов. И вот на этой прекрасной минуте хочется вам пожелать только успехов. Вот только вперед, вперед, вперед. А тем, кто боится, я сказала же, что я проработаю. Куда пойти, кого куда навести и где ему помогут. Спасибо вам огромное. Охота удалась, я скажу. Но я еще жду вас. В любом случае, мы еще не раз пересечемся, потому что будем об этом интересно разговаривать и об этом интересно рассказывать. Ну, я думаю, кто-то из этого что-то для себя, какой-то совет. И вам спасибо за приглашение. Спасибо. Жаль, что время ограничено. Да. До свидания. До новых встреч. До свидания.